включили. Вот, выключаем. Блин, 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 блин. Почему звука не было? Почему звука? Да я же бежал в комнату, почему ты развернулась? Какого хера? Я же мышкой даже не двигал. Чтоб тебя за ногу. Пиздец. Вот и все, ребята. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала. Сегодня мы будем проходить игру под названием Blackwell, потому что меня очень давно уже, ну как недавно, но просили пройти какую-нибудь инди-игру. Ну, можно сказать, постоянно прохожу то Dead Space, то Walk in the Dark. Ну, надо же какое-то разнообразие все-таки приносить, не только инди-игры проходить. Ну и писали мне такие комментарии, пройди, и один человек даже написал: если ты не пройдешь инди-игру, я приеду к тебе домой, убью твоих родителей, сделаю с твоего кота просто сервелат или кровяную колбасу и буду есть, смотря тебе в глаза, и буду злобно смеяться, так, ха-ха-ха-ха. Ну ладно, дело не в этом, я подумал, тоже думаю, ну может сделать все-таки, ну давайте, ладно. Игра, короче, называется Blackwell. Что я вам за нее расскажу? Игра не новая, она вышла в 2011 году, и что мне сразу понравилось, так это переходы такие, ну как вот в менюшку. Я просто зашел, посмотрел, правда немножко подвисает, наверное, из-за того, что, не знаю даже. Ну ладно, дело не в этом. В 2011 году вышла игра, и давайте, наверное, проверим. Кстати, она еще на Unity вот этом движке, или Unity. Что же мы вообще будем тут видеть, что вообще будет происходить тут? Так, итак, я смотрю на какого-то чувака, у которого открыт рот, и знаете, кого он мне напоминает? Такое чувство, как будто бы он первый раз видит девушку. И... ну, это типичный взгляд. И мы видим еще одного такого же красавца, подходит к нам со шприцом. Но я и не удивился, потому что я когда первый раз включил эту игру, посмотрел на себя, я такое чувство, как будто бы, я не знаю, какой-то квадратный червь. Так, мне в задницу колят что-то, я не знаю что. Наверное, лошадиную дозу адреналина. Жахать меня просто было вообще супер. Ну, это лицо в меня просто будет теперь в ночных кошмарах преследовать. Я постоянно буду с него смеяться. Ладно, какой сюжет у игры? Мы играем журналисткой и под видом сумасшедшей проникаем, короче, в больницу. M to display menu. И нам нужно как бы расследовать эти... там, что вообще происходит в больнице? Я не знаю, зачем вообще... что-то расследовать. Немножко напоминает сюжет шутера или шатера, как там игра называется. Ну вот мы и появились, мы обколаны каким-то дерьмом, и нас глючит понемножку. Мы видим каталку кресла. Давайте, наверное, будем выходить отсюда. Что же мне сразу приглянулось в этой игре? Left mouse button, the open... А, нажмите на левую кнопку мышки. Все плывет, такое чувство, как будто бы мы обдолбались, я не знаю чем. Ну, в принципе, я бываю тоже под таким состоянием, когда у меня вот так вот стены ходят и все остальное. Shift run, можно еще и бегать тут, круто вообще. И это как мне напомнило картинку, пацаны, я сам дойду. Ну, не знаю, видел кто ее или нет, может ставлю. Что тут еще такого есть? You make more noise. Да, тут нам нужно прятаться от врачей. Я немножко поиграл в нее и... давайте немножко пробежим, наверное. Что я могу сказать за графику и за все остальное? Так, Ctrl to sneak. Sneak, я не знаю, как переводится sneak слово. Ну, нам нужно тут прятаться от врачей и пытаться разгадать тайну. Что же тут происходит? Я не знаю, в принципе, что тут происходит. Ладно, что я хотел сказать по поводу... вот, мы свет включаем. По поводу графики. В 2011 году и такая нормальная еще и графика. Ну, я не знаю, если бы она не расплывалась, может, она была бы и получше, но все равно. Хорошая. И игра, я вам скажу, интересная. Так что
Даже шутить про нее не хочется. Ну, придется, потому что... Я думаю, кстати, когда я подошел в прошлый раз к шкафу, я зашел в него. Мы таким способом прячемся. Вам ничего не напоминает это? Это же... игрушка. Space... А, Space, если нажимаем, то мы как бы... дышим помедленнее и не даем себя... Не выдаем, короче, себя. Так, можно выйти, да, отсюда? Напоминает она эту игру, там, где в офисе, помните, мы чуваком играли, там, где нас бабка старая преследовала, бабка-педофилка. Что вам сказать еще за эту игру? Я вам скажу, что мы, наверное, не в сумасшедшем доме, а в доме 2, просто тут ремонт сделали только недавно, и, видите, обои поменяли. Сейчас мы найдем Ксюшу Собчак и 12 клевых друзей. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Так, ладно, надо заканчивать смотреть дом 2. Да, шучу, я не смотрю. Я смотрю дом 1. Кстати, никогда вас не возникало мысли, где был дом 1? Вообще, есть дом 1? Я никогда не видел. Может, они повесились просто все в то время? Ну, мы и сделали дом 2. Кстати, мы спрятались под, я не знаю, как это называется правильно, софа или диван, или хрен поймешь. Мы можем и под стол спрятаться. Ну, короче, полностью, как угодно мы можем прятаться. Еще эта игра немного напоминает Амнезию. И если вот так вот... Кью... Да, это башкой мы крутим. Тик-так, тик-так. Это как анекдот тут, вспомню. У вас часы отстают. Тик-так, 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 тик-так. Ладно. Блин, где дверь? Я пролистал дверь, а вот она. Еще эта игра напоминает Beyond Good and Evil. Ой, блин, охранник. Ай, текаем, текаем. Я не знаю, тут так быстро мышкой поворачиваешь, что просто не успеваешь сориентироваться. Давайте спрячемся под стол пока что, пока у нас есть время. Я имел в виду не графикой, а вот цветом зеленым. Очень много было цвета, ну, да и чуть-чуть графикой можно, если сказать. Это просто Beyond Good and Evil, старенькая такая игруха, такая детская. Ну, где же наш чувачело? Это, наверное, Венцеслав был. Ну, ладно, если его нету, аккуратно, выглядываем, никого нету, значит, можно пройти. Так... Ну, помимо того, что это похоже на амнезию, давайте выглянем. Тут нету таких страшных монстров, тут есть охранники. Так, я вижу окно. It's the window called the escape. Это, наверное, выход. Но я думаю, нам сюда и нужно идти. Я не знаю, почему она сейчас... Кстати, вы видели этот прикол? Мы зашли, комната другая была. Куда комната делась-то? Мы шли по коридору, а получилась комната. Карта, я вижу, тут есть. You are here. Вы тут находитесь, да? Хол, как плывет, как мне там тут таблеток накушаются. И такое все плывет. Так, ладно. Нам надо выбираться. Но я не знаю, какую правду нам тут надо узнать. Это ж психбольница, тут все... как больные, по идее. Ну, может, над ними какие-то эксперименты проводятся. Как я помню, проходил одну игруху. Называлась она Black Mirror Quest. Может, кто помнит. Старенькая вообще такая. Ну, классная. Хорошая. Один из лучших квестов, я могу сказать. Так вот, там тоже была психбольница. И над ними там проводили опыты. И тоже был очень интересный сюжет раскрыт. Кстати, кто не играл, советую очень поиграйте. Срочно, точнее... Потому что игра вообще... Ну, вот кто любит такие, знаете, сюжетные игры. Вот, орут. Я же говорю, это загоны для... Это, наверное, отсюда берут людей для Дома 2, я понял. Потому что ни один нормальный человек, ай, вышел. Охранник, охранник, охранник. Нам надо прятаться. Давайте спрячемся под кровать. Я думаю, она спрячется. Так вот, ни один нормальный человек, я думаю, не пойдет сниматься. Так, вот он прошел. Ни один нормальный человек не пойдет строить любовь в дом 2 и кидаться подушками и кричать: отдай подушку, я тебя убью сейчас за нее. Так, вот он. Давайте пробежим отсюда.
Блин, нас не слышно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нет, 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 блин! Давайте спрячемся, куда спрячемся? Так ты что, устала бежать? Прячься, прячься, прячься. Давай, успели? Фух, успели? Блин, да как так он вышел? Наверное, надо было медленно идти, а не... О, так, давайте... Давайте Space нажимать, чтобы он не слышал нашего вздохов, ахов. Блин, да как же так я... Так, блин, не подходи ко мне. Ой, это тот чувак, который обдолблен. Он меня видит? Нет, 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 нет. Чувак. Сука. Он схватил меня и вколет мне еще сейчас. Да у меня сейчас передоз будет, чувак, что ты делаешь? Нет. Ну просто выражение лица добивает его меня. Ладно, ну, попробуем. Или что? Опа. Или, подождите, а где это? Мы, наверное, в своей же комнате, да, очнулись опять? У нас как бы выбор есть. А не. Это мы вроде в той комнате, помните? Там, где мы спрятались. Да. Вы слышали, как двери открываются? С каким звуком? Как будто бы кошка мяучит. Так, 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 вот он, я вижу. Я не пойму, я... А ну-ка, обратно, обратно. Я вроде шел и... И звуки. А, вот он идет. Блин, да опять нас шторит в разные стороны. Давайте будем смотреть. Что-то я не пойму, он выходит или не выходит? Ой, выходит, выходит. Обратно, обратно. Под кровать. Давай быстрее. Короче, сразу сейчас выйдем, наверное, и не будем бежать, а просто... Тут... Душ... Кто тут? Да я не пойму, ну никого тут нету, иди в баню. Ну опять, неужели? Да ты задолбал. Иди в баню, дай ему с каблука в хавальник. Что ты такое, почему я перевернутый? А у него еще... Лицо стало еще хуже, чем было. Он, походу, тоже себе эти лекарства принимает. Так, я думаю, еле-еле я прошел его. Я не знаю, как он меня раньше слышал. Я думаю, тут надо закрывать, блин, за собой двери. И срочно надо спрятаться куда-то. Опять откуда-то берутся они. Давайте под этот диван запрячемся пока что. Блин, откуда же они берутся? И как они меня видят? Вот он, вышел. Если ты меня сейчас опять увидишь, я не знаю, что я сделаю. Может, на Space не надо нажимать? Он куда-то побежал. Да дыши ровно. Как Миша Маваши, дыши. Как там говорилось? Ровно дышишь. Сильно бьешь. И здоровеньким помрешь. Так, вроде он ушел. Я надеюсь на это, потому что... Блин, ну какие-то... Я не знал, что так будет тяжело проходить. Я думал, полегче будет. Что это за трубка? Кто-то курил, походу. Наверное, главврач. И мы так спокойно, знаете, проходим везде. Никто нам... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, опять! Давай, быстрее, быстрее. Закрываем, закрываем за собой дверь. Так, я смотрю, куча комнат. Ну и в этих комнатах никого нету, просто мы одни. Мы пытаемся разгадать загадку, которая не существует. Мы, наверное, реально больны. И видите, никого нету. Все дом 2 снимают. Интересно, что это за комната 9? Элитная, даже желтым обведена. А ну, зайти сюда... Нельзя, да? Ну ладно. Тогда нам остается только сюда. И я вижу уже, как кто-то там идет. Надо прятаться срочно. Потому что мы слышим звук. Такое чувство, как будто бы мы в Metal Gear Solid играем. Снейком.
прячемся то под диваны, то еще куда-то. Он там тоже под столы прятался. Не знаю, кто-нибудь, если меня смотрит, знает такую игру или нет. Думаю, просто обязаны знать. Это мировая игра, легендарная. Почему же я не брал другие игры и почему я долго не делал инди? Потому что по сравнению с этой игрой, ну, как кал носорога дикого, игры выходили. Ладно, я понимаю. Там Unity, это движок, но там такое просто. Я не понимаю, как даже можно было создать, сколько надо было. Бля, нет! Нет! Пожалуйста! Пожалуйста! Hello? Пожалуйста, ты меня не слышал, ты меня не видел. Hello, мото. Беги, правильно. Все, есть, давайте выходим. Хотел, конечно, Слендера сделать еще, но Слендер новый, кстати, с хорошей графикой, но почему-то он у меня виснет. Там нужен ключ, я даже как бы ключ, ну, как взломал там игру, все такое. Ну, в принципе, там ее и несложно ломать, там легко очень там папки на поудалять, переименовать в другие и все. И, ну, почему-то он зависает, я не знаю почему. Вроде игра, я бы не сказал, что там графика, если у меня Far Cry тянет на стальных яйцах дикобраза, то почему Слендер какой-то просто обычный. Я бы не сказал, что он там прям супер-пупер. Давайте сюда забежим. Ну, я не знаю, может выйдет другой Слендер какой-то, но все равно бета-версия вышла. Опять прячемся под кровать. Я так раньше помню, когда домой приходил, и двойки у меня в дневнике были. Я тоже домой приходил, прятался по комнатам, как в этой игре. Боялся, чтоб мне мама по жопе ремнем не надавала. Who's there? Давай. Надо просто иногда клацать. Так, все, давайте вылазим. Весь наш сюжет — это найти что-то, что поможет нам раскрыть дело всей этой хрени. Я смотрю, графика, то есть не графика, а комнаты как бы улучшаются уже. Коверчик зеленый. Тут все зеленое. О, нет! Нет! Сучий потрох! А если я свет выключу? А, он меня все равно поймал. Ну, радует только одно, что тут эти врачи эти не взаколят слабительно. И потом, после того, как я просираюсь 10 лет на туалете, я стою с толчка вот таким образом, еле поднимаюсь, потому что жопа болит. Неужели мы опять начали с того момента, там, где мы тогда остановились? Нет, ну почему же так? Я думаю, мы близки к тому чуваку, который нас в начале миссии уколол. Я даже не понимаю, почему мы тут лазим. Ничего мы противозаконного тут не видим. Мы не видим тут, чтобы издевались над больными или что-то типа в этом роде происходило. Это такое чувство, как будто бы у нас это... Журналистка любит везде свой нос сувать. Это то же самое, что и в той игре. Шаттер, вроде, если я не ошибаюсь, тоже. Это у того, у кого рот открыт. Блин, куда мы вышли вообще? Я что-то... Ну и... падла! Прячься! Хоть куда-нибудь прячься уже. Я уже просто... Мне уже сил нету проходить. Он меня достал. Я уже раз 10-й пробую. Сколько можно пробовать? Еще она дышит. Рот бы себе трусы свои засунула бы и не дышала бы. Кстати, эта ножка мне напоминает ножку моей бывшей. Hello? Такая же кривая. Nelly? Нет! Нет! Никакая я тебе не Нелли! Иди в очко, очкозавр! Усатый, нет! Нет! Нет, пожалуйста, вали отсюда, вали. Я не хочу заново начинать всю эту борозду. Я сейчас скоро так же буду дышать, как она.
О, все, ушел. Опа. Так, тут мы просто обошли, да? Мы действуем... Блин, нет. У меня просто привычка постоянно... Постоянно проверять ящички там... как в жизни, в такой и... И в компьютерной. Я всегда к друзьям прихожу, сразу начинаю у них по ящикам лазить. В поисках аптечки или какого-нибудь ключа для другой двери. Так что привычка все-таки. Я им объясняю, что я играю в инди-игры, в такие, в которых надо по всем комнатам лазить и искать, и они меня понимают. И я не знаю, у меня от этого, из-за этого, конечно, мало друзей. И я думаю, они воображаемые, но... Итак, вот я уже на третьем этаже, а не на втором, как я в прошлый раз забирался. И, наверное, я уже пробую раз просто 50 или я не знаю какой. Они меня ловят, как я не знаю, как маленькую девочку какую-то. Как тесак ловит педофилов, можно сказать. Я уже и дышу по-разному. Я не понимаю, как тут просто можно дышать. Я уже и постоянно клацаю, и мало клацаю. И уже даже, я не знаю, прячусь раньше. Я просто не знаю, как еще тут. Мне такое чувство, как будто бы... Она сюда пришла не чтобы расследовать, а чтобы ее нашпинговали лекарствами, ну, наркотой, и она вот так ходила. И теперь ей надо смыться, чтобы ее навечно тут не поселили. Так. Я уже, я не знаю, куда идти. Уже по всем местам брожу. Тут даже, походу, больше, чем 4 этажа. Но... Мы видели в начале, когда только видели окно, мы видели только 2 этажа вроде, если я не ошибаюсь. Я думал, мы сейчас на верхний этаж поднимемся и все закончится на этом, но нет. Тут игра, наверное, рассчитана на часов, я не знаю, насколько я... Я уже просто играю, наверное, минут 40, если не час даже. Так больше даже, наверное, каких там 40. Меня 40 только ловят тут. Еще одно, что тут мне не понравилось, так это то, что тебя могут схватить. Не то, что схватить, а... Давайте, наверное, сюда пойдем. Не то, что даже схватить, а... Что это светится так? Непонятно. А то, что если человек проходит рядом, и ты слышишь его стуки, как бы он идет рядом, это означает, что он, если ты рядом будешь проходить, даже на... не на цыпочках, вот я понял, что на Control, это как бы на... Там, на этих... На носочках, можно сказать, ты проходишь. А если ты просто будешь идти, то тебя спокойно могут словить. Я опять не туда пошел. Когда я начинал в эту игру играть, я был спокоен. У меня нервы все были на месте. И волосы тоже. Особенно на жопе. Сейчас я немного заикаюсь уже от этой игры. И у меня тик нервный начался. У меня глаз дергается шоколадный. И я уже хочу быстрее домой, к маме. Когда же я найду этот выход, а? Я думаю, мы близко, потому что дверь... Ух ты, дверь-то открыта тут. Что тут за погром был? Я... Блять, опять нас кто-то видит! Прячемся. Кто нас видел? Тут никого даже нету. Что-то я не понимаю прикола. Я не знаю, почему все полосатое? Полосы успокаивают? Ладно, давайте выберемся. Я думаю, это или баг какой-то в игре, или хрен его знает. Да... Опять. Все кривое, все косое. И звук постоянно этот, не пойму, нас преследует кто-то или нет? Почему этот звук постоянный? Теперь я не буду знать, нападают на меня или нет. Давайте сюда пойдем. Инстинкт мне показывает, подсказывает, что сюда. Хотя, может, он меня подводит просто-напросто. Блин, это мне напоминает Макс Пейна. Первую, вторую часть. Да и что? Я кругами хожу. Чуваки, походу я хожу кругами. Меня тут не было, но двери открыты все. Короче, вот такой вот прикол, ребята. Мы дошли практически до того места, куда нам надо, я так понял, потому что
звук постоянно, вот этот вы слышите, да, какой? Он не прекращается, это когда нас типа замечают. Ну и что я вам могу сказать? Тут много, конечно, ловушек таких есть, в которые можно спокойно попасться. Например, лестница, которая ведет в тот же уровень, на котором вы и были. Вы думаете, вы на третий этаж заходите или на четвертый, но на самом деле вы на втором этаже как бы остаетесь, потому что я открыл дверь, и я зашел на третий этаж, а дверь-то уже была открыта. Я запомнил, что там происходило на этом этаже, ну, как стояли предметы, вещи. И добежал я, короче, нашел еле-еле, я уже, наверное, около часа брожу. Это самая такая игра напряженная. И вот мы нашли этого хрена с костылями. Я думаю, я возьму один костыль, сейчас засуну ему в задницу, другим буду пиздить, пока он не умрет просто. И что, мы стоим на него смотрим, все расплывается. Сейчас ты за все ответишь, грязный ублюдок. Так, это, видимо, заставка, потому что я не могу двигаться. У него еще и крестик висит, да? Как ты смог? Как ты посмел? Конечно, мы не нашли ничего, чтобы происходило ужасного в этой игре, кроме как дегенерата ассистента его, или кто это был, я даже не знаю. Ну, и... Что ты говоришь? Что-то он говорит, но мы не слышим, потому что звук скрежета по жопе перебивает полностью все. Мы, наверное... Давай, бери у него костыль, долбани. Что? Ты просто выбила костыль из-под ног, и все? И он как рыба упал и квакает там что-то. Я даже не знаю, что он говорит вообще. Ну и что, почему мы стоим? Мы слушаем разговор? По идее, мы должны выбраться через это окно. Но мы стоим, нас плющит. А, во, ух ты, сиськи. Интересно, да, сделано как наподобие Мазер Инферно. Ну и что, давай, двигайся. Нет, наверное, это все. Наверное, это конец. Мы застыли на одном месте. Может, клацнуть на него? Нет, ничего не происходит. Костыль мы тоже взять не можем. Мы только можем танцевать. Танцы до упада. И на этом, я думаю, мы будем заканчивать. Я не знаю, что она танцует, кстати. О, опа. Ха. Это дабстеп? Это направление такое, да? Ну ладно. На этом мы заканчиваем наше прохождение. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Ставьте лайк, ставьте лойс, что вам больше нравится. Мне нравится, как она танцует. Пишите комментарии, потому что без комментариев я не буду знать, понравилась вам игра или нет. Понравился вам ролик. Ну и что я вам скажу. Всем пока. Ждите следующее прохождение Dead Space и Walking Dead. Всем удачи, всем пока.